Я не вижу. Идут цифры, вот идут, да? На, снимай все, что видишь. Так, руку. Стой, ничего не делать не надо. Только видишь, чтобы цифры бежали. Вот эту не за день. Все, где делают люди, будь активны. Собаку, он подойди, снимай. Сергей, посмотри, снимаешь? Попросил. Да, все, там цифры, там компьютер потихоньку. С миром. Банки, все, компьютер. Ко мне. Вот, спасибо. Вот это надо. Ну, куда с дороги куда-нибудь, в сторону. А, ну все, значит, здесь, да? Нет, не снимай, играть я посниму. Все, где что есть, можно ходить, снимаю. Когда приехали, Мирон. Игорь меня снимает, а я его. Владимир, Пашенька попросил снять. Он давно уехал. Вот главное с ним. Алло. Евангелие от Иоанна, 3:16. Мира. Я потеряю все. Ого, ну ты же вчера тебе сказал, что поеду. Это дорога не приехала. Сергей, что бутылка? Пес, ураган. Мы только-только приехали, разгружаем. Ладно, давай. Да, день рождения. Ну а что, меня? Ну что-то ему не дозвониться никто не может. Надежда Васильевна вышла встречать. Надо же, наверное, что-то мешки постой. Мешки куда? Володи нету, дом закрыт, это все. Никогда такого еще не было. Ключа нету от дома. Сейчас прибежит. Так, компьютер еще не вытащил. Ну, все, ну его короче там вот так. Ну, сейчас. Могу найти. Так, вот это у нас не было. Это все кое-что туда, а остальное сюда. Ну и Володя-то почему нету? Володя отъехал на почту. Да? Ты... Мама моя хочет вас поздравить. Ну давай, сейчас. Да, алло. Приветствую. Ой, здравствуй. Спаси Христос. О, долгожданные приехали. Благодарю. Мы в Потеряевку заехали уже. Спаси Христос, Орешина. Так. Мама, ну с Богом. Так. С дороги убери косачок, убери, а то раздавит его. А вы так. Не помните, где цепка? Посадите ее сразу на цепь. Сейчас на цепь. Подожди. Так, она не здесь? Не здесь, здесь намордник, не здесь цепь. Вот она. Все вопросы отвечал. Ты меня не раз, Синка, спасите. Простите меня. Поп-то. Хочу не бросать ее дороги. Я потом направлю. Ты закрыл на палочку? Иди. На палочку где? Поселок Потеряевка, 10 июня. Отвези на цепь, посади хорошо. Хорошо. Надо разгружать этот разговор, он туда сам за нее. А я не могу помочь. Я говорю, отойди вот туда, второй раз сказал. Максим! Давай! Надо вот сюда будет отнести. Положи. Давай, скорее. Скворечник. Держи, не урони. Потому что Володи-то нету, почему?
Что мешки там забрать надо вот это. Так подожди, сюда не надо. Я не знаю куда. Вот вас занеси вот сюда, поставь. Володя решит куда. Хорошо, сюда поставлю, возьмешь, да? Да, ну правда. Никогда этого не было. Не успевал. Давай я поснимаю, ты поноси. Только это не нажимаете? Нет, нет, не на что, я знаю. Игорь из Тамбова помогает выгружать приезд машину. А? Долгожданный приезд Игнатия Тихоновича. Да-да-да, долгожданный приезд Игнатия Тихоновича по Теряевку. С продуктами на все лето. Надежда Васильевна тоже режиссером работает. Ребятки играют в бадминтон. Сергей пошел подцеплять собаку, да? Да. Куда это? Это туда надо будет, там же еда там готовится. Значит, всю еду все туда, да? Нет, не всю. Не всю, давайте, говорите. Ладно, это оставить, а другой раз гружать. Вперед он. Ну, то, давайте. Масло туда. Вот. Так, возьми на себя, утащи туда на крыльцо, положи. Сейчас надо посмотреть, что это. Да, где-то снизу рукой придерживает. Так, масло так, здесь? Тимур. Тимурка, я не узнала тебя. Откуда он? Из Барнаула. А-а-а. В армии был, повзрослел, ушел. Где далеко? Игнатий Тихонович немножко тут за то, что дом был закрыт его. Ты закрыл, да, его дом? Ну вот он немножечко как бы сам знает. Ну, не растерялся, тебя немножко покорил. Не знаю, нет, наверное, носят только все туда. А где, подсказать? Давай, ждем. Подъезжает? Да, на мостике. О. Давай заезжаем сейчас разгружать. А да. Где этот Пупков? А вон он ушел. Закрыть надо и разгружать поедем. Сережа, поворачивай коня. Пошли, пошли. Женя, иди сюда. Давайте сюда на место. Вот эти книги. Выбирайте. Там около крыльца. Смотри, чтобы не развязали. Хорошо. Так, давайте мне еще. Вот мне еще. Так. А вот эту вот банку вытащить и туда утащить, она с урюком. Да не надо много брать, так по две. Находи. Так, а это еще? Это еще форм. Так у меня от кого-то еще половина осталась. Возьмите его, он нормальный. Нормальный. Так, вытащить надо. Вот это банку, да. А корм здесь. Все, сапоги. У тебя мешок этот тоже. Ваши нет сапоги. Да, давай.
так, вот этот мешок один, который у тебя здесь, его за мной завезешь туда. Туда. А вон на лагу. А вот эту коробку на лагу? Ну-ка, давай, что за коробка? Это урюк, не рви ее. Ты сломаешь, куда тянешь ее? Может ее до лагеря довезти? Ну я еще говорю, ты смотри маленько, ты сейчас рассыпешь его, порвется, рассыпется. Брать аккуратно на руки, туда утащить. Так, что там еще? Женя, мы поехали, бери куда? Все, я тут. Так. Сережа, ты подъедешь туда, мешок отдашь. Все, ребята, на этом. Так, а Володя, ну куда? Закрывайте лавочку. Уходим. Вон Володя. Женя, да? Там Володя на эти. Передали ему пищу, куда ее? Ну как, подними. Подними, где Володя? Ну это все потом выгрузили. Ну, Женя, ну брось это. Батюшки. Скорее машину освободить надо. Я туда подвезу, а масло туда? Масло туда. Давайте я туда подъеду тогда. Много. А масло туда, а мешок туда завези. Так, что, куда? Женя, за мной. Все. Масло туда залезет, только из мешка заехал. И там, ну, там мы тоже тут же разгружать будем, да? Поднимите вот сюда, только за железо не зацепить. Там было мешок. Один должен разгружать. Туда идти, а другой подавать. Так, да, куда? Я вам так, кто наверх полезет? Лестер. Там примешь, а мы подожди, один не поднимай. Да, нормально. Я говорю, один. Сергей Павлович, может я возьму? Мне не вам не тяжело будет? Вы поснимали бы. Я бы там принял бы мешки. Давай, открывай.
поднимайте. И этой дорогой опять вы едете туда. Так, подожди-ка, это еще что-то. Перевернуйся, да, это муха. Если муха, муха, поднимай. Не, один не бери, я сказал. По одному не поднимай. Теперь еще мы поднимаем. Там как-то распределяй так, чтобы можно было потом. Так? За железку, чтобы не зацепиться. Хорошо, хорошо. Понял? Да. Сразу вот это вот. Мука вся будет на земле. Угу. Еще там пересыпь. Так, не трогать, я сказал. Третий раз так говорю опять. Я сказал, не трогать. Понял, я его убью. Так. Володя, потому что ты там поможешь. Разберу. Так, это твоя, Женя? Это мои, да? Так, вон только достаточно на мешок. Сейчас мы трогаем. Все. Опять замок повесишь, вот так же, и туда подойдете. Лестницу туда сбоку поставите. Так, Женя, выгоняй машину. Так, это давайте, это еда. Где она была? Ну я сейчас везу. Ну что значит, страны вместе вернешь и воды налить. Так, все, вернешь, поехали. Когда всегда там был. Что-то прямо не понимаю.
непосильная. Вот я делал для себя, для удобства. Ну вот, как для себя. Ты не имеешь права делать для себя, потому что мы все вместе. Я для себя, да можешь в кармане носить. Это Виктор. Лиза, микрофон. Может, так, закрыть надо будет дверь, выпустить кошек. Ага. Кошек, и сразу еды дать им, еды, дай воды пить, я еды. Хоть какой-то, хоть молока плесни. Ладно. Чтобы на улице не выпустили. Я все ложку привез. Да я вижу. Ложку. Там рыба, что-то дай. Так, компьютер главное поставить. Сейчас иду, иду. Кто куда нести? Шарик. Шарик. Тут лаял, лаял, я не мог выйти. Шарик, да где ты был? А? Шланг тут воду качает. Ой, ой, ой. Да как ты тут живешь? Как зиму зимовал? Да ты какой справный. Да тебя любили, видать, тут, а? Клещей надо проверять. Дядя Володя-то проверяет. Вот это хороший шарик, а? И... Пришел ураган, пришел, теперь ты будешь на него плевать. О-о-о. Ну ладно, это у него гнездышко такое. Там у нас баня. А мы топили вчера, Игнатий. А? Топили вчера баню. Топили? Ну вот. Давайте. Сейчас мы узнаем, куда что девать. Главное, чтобы мешки на солнце не были. Это Володина, видать, забрал. Сейчас я найду тут. Так, мне надо найти третий том. Где он тут есть? 16, 15. Так, а если с этой стороны начнем смотреть. Вам не видно тут? 14. Где-то третий том должен быть здесь. В Барнауле не хватает. Это книги мои. 24. Что ж такое? А ну-ка. Пятый. Похоже, вот это третий. Это 20-й. Как же оно могло так перепутано быть? Симфония 26.
Это 13-й. Володи нету, ничего тут я без него не сделаю. Он совершенно не подготовился. Как хитро сатана подкусил. Посылка пришла. Не приходила раньше, а ехать за 15 километров. Знаете, и знаю, что мы приедем, дверь заперта, ключа нету. Что куда нести? Там пока ничего никуда не нести. Надо, чтобы остальное вот это вот забирать. Сейчас, вот. Иди сюда вот наклонишь, я тебе отделение ручки мое. Пойдем, не надо больше, не надо. Иди сюда. Это к истину православия. Вот сюда вот. Володя, а где третий том? Найди мне открытым оком третий том. Одну пачку отдать надо. Не могу найти, поищи. Третий том. Так, сейчас маленько выйду, только я выпущу тогда кошек. Что, нет ничего? Помоги ему. Третий. Цифру должна быть карандашом или как. Когда с пустыми руками человек едет, он ничем не нуждается. Но дальше приедет, он во всем будет нуждаться. И он придет к тем, у кого что-то есть. Так, сосчитай, сколько хочет. Мне должно быть 7. Может, я ошибся. Может, в другом было где-то. Вот все надо. Не надо. Так. Сколько их надо? Пачек сколько надо? Одну. Третий? Да, вы не смотрите. Сейчас посмотрим. Надо в машину погрузить сразу. А как ты узнал, что третий? Тут надписи не видать. Ну вот она, вот оно подписано. Вот. Ну, как-то бы то ли разорвать или посмотреть. Вон, чтобы не ошибиться. Никак туда не заглянешь. Вести туда, и окажется не то. Может быть, это все разрезать, а веревочкой перевязать. Можно и так, да. Потому что большой проигрыш будет, если отправить не то. У меня там Лена занимается этим. И полный комплект не хватает третьего тома. Так, почти все. Сейчас кошек только выпустить осталось. Так, прикрой дверь, я выпущу. Каждая минута дорогая. Так, смотрите, как будут они мне выходить. Закрыть. Не открывать. Заходите, выходите. Живые? Чернушечка пришла. Ну, давай. Поля, иди. Закрой дверь. Смотри. А там-то не закрыли? Ну, закрой там пока. Пока закрой скорее. Давай, ешь. Поля, выходи. Поля, пушистик. Поля. Поля, пушистик. Поля. Давай, вот она где. Они подружились, вместе и спят, и все. Поля. Так, что нам? А где этой кошки здесь, которые... А? Кошки, которые здесь... Они где-то там бегают. Хорошо, главное, чтобы они их не тронули хотя бы дня два. Угу. Тогда закрыть им вход сюда, а им сюда поставить оправляться. А вот этим, да? Да, этим подержать их тут. Угу. Выхода больше нигде нету? Не знаю, надо смотреть. Ну, надо смотреть. Так, мне сейчас главное настроить компьютер. Так, пошел, фонарик возьму. Так, пойдем, ты машину разбудишь. А что, на телефоне нету у тебя? А у меня машины уже ничего нету, мы все выгрузили. Ничего нету. На телефоне-то нету фонарика? Ну, у меня там фонарик хороший. Сейчас начинать, Володя, главное мне компьютер установить. Сейчас фонарик возьму. Давай. Пожили. Я сейчас все тут нахожу. Поля, плюс листик. Сейчас будете тут отидаться. Сейчас будет стрелы, видимо. На рыбке будут отидаться. А-а-а. А то там не началось.
чтобы не на макаронах их лежал. Вам помочь? А? Вам помочь? Да, как бы помочь, я воды просто сейчас. А есть еще ведро там воды? Нет, у меня тут только одно. Ну, пока на улице выйти. А что тогда его закрывать отдельно? А как выключить колодец? А? Как выключать? Вот кнопка есть. Вот она. Вот это? Вот это нажми. Просто нажми? Да.